Всем привет, с вами Марина, и это канал FIFA by Girl. У нас карьера за Норвич Сити. И, ребяточки, у нас Лестер. Мы уже не на 10-й, на 11-й строке. Мы обыграли в прошлом туре Вест Хэм, но у нас там поражения были. Я вам напомню, если кто забыл. Мы 1-0 проиграли Лидс Юнайтед, 2-1 Фулхэму. Скроули 4-1 сыграли, выиграли, и Вест Хэм обыграли 2-1. Лестер, Стоук, Борнмут и Джиллингхэм. Будем надеяться и верить в наших парней. Лестер на 10-м месте, Норвич на 11-й строке. 2 очка разница. Нам необходимо обыгрывать Лис. Поехали. Ну что, все в рамках правил? Как они так умудряются? По-моему, по ногам жестко сыграли. Повезло нам. Ой, как нам везет. Ой, везет нам, ребята, залыш бил. Нет, это вратарь наш спасает. Я думал, он мимо так ударил. Браво, кипер. Браво, Робинсон. Ну, я не знаю вообще. Я не туда отдаю пасы. Почему они так пасуют криво? Перерыв. 0-0. Ух, хороший удар был, плотный. Но по центру. Что это за ковыряние было? Замена у Норвича. Лятнер уходит, Куба выходит. Ну все. Зелуиш забивает нам. Да, у нас защита, конечно, какая-то странненькая, если честно. Ничего не получается вообще. Барбе, до свидания. Элведи не поспевает. Так, Буаду выходит и выходит Дзагоев. О, у них выходит Фалькао, серьезно. О. Все, поражение. Мур. Кто такой Мур? Он у нас на трансфере. Да, забирайте. Отчет из Нидерландов. Пока что ерунда.
и из Англии. Двоих здесь подписываем. Так, Лейтнер, спасибо. Эрнандес, облегчение чувствует. А мы вот чувствуем, что мы на 12-й строке, и у нас игра против Столка, который с таким же количеством очков. Кантвелл против нас играет. Так, ну что, надо что-то придумать. Барбе, до свидания. Вот так вот будем играть. Ну, ребят, если мы... у меня вообще были планы, если честно. Поехали. Если честно, у меня были планы в какую-нибудь Лигу Европы хотя бы попасть. Но увидите, у нас ничего не получается. Вообще ничего. Good luck. Cheers. Hey. Thanks. Hi. Good game. Good game. Best of luck. Good game. Hey, good game. Да как? Пас, 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 гол. Ну когда это закончится, а? В одно касание играют. Ну, у нас вообще, я не знаю. Что за ерунда? Ну, Столк обыгрывать надо. Парень, кому этот пас был? Ужасная игра. Пошел, Марио. Куда ты так пробил? Да, Батлон, конечно, крутой кипер. Так, понятно. Один один. Я уже думала, мимо летит. Эрнандес. Браво. Все пасы мои, ребят, все. Они все неточные. Почему? Я отдаю на открытого. Я указываю это. Он пятки назад мне предлагает. Понимаете? А, вот почему мне показалось, что мимо. Потому что Батлон так сыграл. Занес в ворота. Давай-ка, Норвич. 3-1 хочу здесь выиграть. Это Столк все-таки. Чемпионшиповская команда. Ну, как они цепляются за мячи, а? А, Доробьё, ты чем занимаешься? Скажи мне, пожалуйста. Ты рядом стоишь просто за компанию? А 2-1. 2-1. Это был Марио Балотелли. Если бы он здесь не забил, я бы, наверное, уже вообще... Просто у меня психоз бы начался, правда. У меня уже нервы сдают, понимаете? 8-й его гол? Именно. Перерыв. 2-1. В концовке забили по раздевалку. Двойная замена у Норвича. Лейтнер и Гринвуд уходят. Куба и Дэвис выходят. Ну, сзади по ногам. Ну, ничего себе. Судья, дай-ка ему карточку за такие вещи.
Так-так-так, гол 3-1, Такефуса Куба. Хотел я 3-1, получил, но там столько рикошет, или что там было? Там, по-моему, был или от вратарь так отбил, что мяч покатился, я уж думал, он не залетит. Дождь. А, да, это от защитника. Вместо Марио Балотелли выйдет Майрон Буаду. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И я думаю, свисток об окончании встречи. Все, 3-1 мы обыгрываем Сток Сити. В невероятном матче. Волевая победа. Куба, спасибо тебе большое. Марио, красавчик. Мы на 12-й строке по-прежнему. Бормунд где идет? Он на 18-й строчке, мы на 12-й. Ничего не меняем, погнали. Так, а здесь я хочу победу 3-0. В нашу пользу, естественно. В пользу зелененьких. Удар! 1-0! Он Эль Эрнандес! Ближний прошивает вратаря. Фух, вот это да. Вот это кинг. Ну, конечно, со второго этажа нам забивает только так просто. Рената Санчеш это делает. Я не могу понять. Элведи убежал на фланг. Центр оставил открытым. Мактомина не выпрыгивает. Он выше Санчеша этого на голову. Ужас. Сильно, сильно бил Элведи. Вообще, как пасы отдавать? Что с этой фифой сделали? Ой, спасибо, тащит вратарь наш. Как он так уронил Балотелли? Мейсон. Сильно. Вот Марио, сильно ты ударил. Перерыв. 1-1. Да! 2-1! Мейсон Грин вот это был. Давай, Мейсон.
3-1. 3-1! Я не знаю, что сказал Мартин Смит в перерыве, но мотивирующая речь, походу, была. Либо кому-то Бутси прилетело. Голевая. Мейсон Гринвуд. Отлично кладет мяч Марио Балотелли. Так, замена у Норвича. На ЦП позицию пойдет Виа. Посмотрим его там. Дэвис выходит и Брандт. Ну давай, Тимми. 1-4. Мне казалось, уже сильно приблизился он. Сблизился с вратарем, но нет. Первый гол его, да? Да. Американец наш, молодой пацаненок. Этот состав надо накачивать, прокачивать. Главное, не закачивать. Чтобы с уходом Балотелли, когда он уже на пенсию пойдет, у нас были достойные сменщики. Я же не могу в первый сезон весь молодняк выпускать. Играю как могу. Иногда Майрон, иногда Виа. И видите, на цепи позиции Виа достаточно неплохо. Так он ФРВ, ЛФА. Но это все ерунда. Он же не защитник, в конце концов. Он может и там сыграть. Дэвис, ну когда-нибудь забьешь ты. Вот это да! Вот это второй тайм, а! А, подожди, это был не Дэвис. А, да, это был Дэвис. Я подумал, это Виа. Они так похожи со спины. Вон они одинаковые, только Виа повыше. Альфонсо Дэвис, канадец, забивает. Сколько таких моментов у парня было? Да, ему лучше с левого фланга бегать, не справа. Справа он не успевает ногу переставлять. Ну вот, на ошибках учимся, теперь знаем это. 1-5. Мы в прошлый раз, по-моему, Борнмут 2-5 обыграли в Кубке Англии, да. Когда еще в чемпионшипе выступали. Победа. 1-5 на выезде. На Vitality Stadium мы обыгрываем Борнмут. В перерыве был счет 1-1. Вот этот товарищ нам забил. Поздравляем, канарейк. Джордан Картер хочет поиграть. Поиграешь. Итак, состав такой на игру. Дождь у нас. Алан Янг судит. Курт Лейн принимает Норвич Сити. Гиллингхэм или Гиллингхэм. В рамках Кубка Английской Лиги. И единственное, что капитанить у нас будет. Давайте Годфрей. Поехали. Gillingham lineup. Number 2, Luke O'Neill. Number 6, Gabriel Zakuani. Number 5, Max Aimer. Number 12, Barry Fuller. Number 33, Mark Byrne. Удар. Перекладина. Сильно мимо Картер пробил. А, это угловой. Ну что это, Брандт? Это Брандт. 1-0. Торбен Брандт забивает голяссо головой. Чонг пробил в перекладину, и Брандт смог добить. Такой невысокий, но красавчик. Второй его гол, да? Да.
Перерыв. 1-0 мы обыгрываем Джиллингхэм на выезде в Кубке Лиги. Удар! У нас кипер Буаду и Чонг. Три нидерландца на поле. Двойная замена сейчас. Буэндия выйдет. И Кинг. А уйдут Чонг и Брандт. Спасибо тебе, Брандт. Красавец. Ну что за неточные пасы пошли, а, ребята? Фух. Так, Альфонсо Дэвис выходит вместо Тимоти Виа. Уже выдохся Виа. Это на самом деле очень много кто выдохся. Они устают, смотрите, они играют резво достаточно. Ох, я думала в гол. Не дотянулся бы там, наверное, кипер наш. Все, я думаю, это победа. Все, ребят, давайте. 2-0. 1-0, то есть. Поздравляем! Мы дальше проходим в Кубке Карабао Кап. 1-0. Благодаря голу Торбана Брандта мы идем дальше. На ваших экранах Ньюкасл обыгрывает Сандерленд, Вулвергэмптон по пенальти 4-3 обыгрывает Ливерпуль, Сити обыгрывает Юнайтед 2-0, мы обыгрываем Гиллингхэм 1-0, Хаддерсфилд Фулхэм по 1 и 4-3 по пенальти, и Свонсия проигрывает Вестброму. Еще две игры. Здорово! Мы на 9-й строке. Это ли не прекрасно? Отчет из Германии. Да, 4 звезды у скаута, а находит пока что какую-то ерунду. Получена награда тренеру. Тренер месяца. Так, Балотелли, все будет нормально. Оливейра, я все понимаю. Так, мы на 9-й строке, Юнайтед на 6-й. Почему столько проиграли, и лучший тренер месяца? Интересно. В следующем выпуске Манчестер Юнайтед, Хаддерсфилд, Арсенал и Тоттенхэм. Ребята, я не знаю, нам надо здесь... Надо будет здесь умудриться очки добыть. Ну, не считая Хаддерсфилда, хотя эти упертые ребята, терьеры, я их прекрасно помню. Оливер Робертс, воу, воу. Оливер Робертс, ладно, попозже с ним. Посмотрите, Томас Ван дер Лиден. Плеймейкер. У меня пока есть кем играть. На самом деле слишком много у нас игроков. Итак, ребята, всем спасибо большое за то, что поддерживаете. Ставьте лайки, жмите колокольчик. Оставьте свои комментарии. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Ну, а мы увидимся с вами очень скоро. Всем пока, салют, ахва, болейте только футболом.